Что, теперь наконец-то за Гостера? Какая-то часть, кстати, гоняем... Какая-то часть гоняем лысого, я уже не помню. Третья или четвертая? Баба в желтом. Опять это? Что? Вот. А что вы хотели? Черный кот, ой, кстати. Я дурак. Признак, что где-то нассали. Я так понимаю, сегодня снова вечер лысых пранков. Что это происходит там? Что я происходит? Еще зайти не успел. Малой уже что-то вытворяет, слышишь? На опережение. Здравствуйте, меня немного укачивает у вас тут. Это ты такую кучу навалила? А, это для о, развития. Это точно не лысого. А где пацан? Хватит трясти дом. Вот теперь это точно не я. И не бойтесь, овощи, все будет в порядке. Слышишь, шайба, ты где? У меня есть дрожащая соска, все как ты любишь. Почему его нет? Может, обычно все не так начиналось. Слышишь, Китя, объясни тряску в 9 баллов, пожалуйста. Ой, какой он класс. Это типа не общайтесь со мной, я вообще нарисованная? Ты что, я ж тебя достану все равно. Пацан, всё, дай руку. Нас картина зас... Надеюсь, мне засосало в какой-нибудь яркий, красивый мир. Например, ага. Мой любимый Genshin Impact. Захватывающие сюжетки, интересные головоломки, квесты и куча лута ждут вас в огромном мире Тайвата, музыка... который состоит из 7 регионов, музыка но совершенно этого... не похожа паря в небесах, аки погода. Героев и комбинации во время боя, а их в игре немало. И более... Сначного дуэль ну, последний очень специальный код. О, художество ваше засосало меня просто так-то по уши. Вот. Я просто реально в картину вошел. Вот он-то там и остался. Жук майский, все глаза красные. Журнал 940. Живопись все еще остается лучшим способом путешествия между мирами. Мне надо не попадаться на глаза малышу, иначе мне грозит та же участь, что и постигла остальных. Конец журнала. Слышишь, ты уже во всех мирах всех достал. Все, мы переехали от тебя в картину. Пока. Привет. Слышь, я все в этом мире живу, без пацана. Все хорошо, никто не терроризирует. Здесь нужна книга. Головоломки. Болт. Гайка с болтом. Орех. Почему нет? Неправильно. Неправильно. Классика. О, правильно. Ну естественно, красный, синий подходит. Это я знаю. Гнездо. Нужна птица. Или орех. Болт просто ставить и все. Пихайся! Ну так должно сработать. Я не понимаю, слишком сложно. Исследуйте котельную. Котельная это дом котика. Да? А, печка и спидометр. Ну все понятно. Разгоняемся. Флэшбэки с бани с дедом. То есть еще раз, я через картину оказался в другом мире и мне нормально, да? Да, все хорошо. Занято. А мы еще за котом, кстати, пошли. Слышишь, блохастый, ты можешь объяснить, ты за меня или за пацана? Всегда, когда котик мяукает, всегда ему... Что, у него инфаркт? У него просто сердце вывалилось. У нас собирается какая-то пати против лысого, я так понимаю. А вот где его орден. Я не понимаю, кот за нас или против? Потому что он нам помогает. Журнал 334. Ньют оказался одним из самых ценных моих творений. Однако мне нужно разобраться с дефектом конструкции аккумулятора. Господи, что там разбираться? Ньют, значит, да? Все, дефект устранен. Ну, почти. Говорят, самое ценное творение, ты пошли? Алло? Я понял, тебя нести придется, да? Одного лысого заменили на другого, что происходит? Вместо молока теперь батарейки? Ну ничего, слышишь, ты хотя бы какой-то поспокойнее, чем малой. Да, отремонтируйте робот, подключите это. Это. Так, будет немножко неприятно. Ты терпи, один раз не айфон. Сейчас. Подключите это. Так, будет немножко неприятно. Ты терпи, один раз не айфон. Сейчас мы тебе прошивку накатим нормальную. Все, с вами демон и андроид. Какой же ты хороший. Ты что, принтер? Ну, с почином. Внизу было, я видел, вот они. Чисто такой же ребенок, покорми. О нет, помнишь, оно и всплывет. Я только в другой мир переехал. Стоп, почему ты ближе оказался? Слышишь? Даже не думай. Сюда проходи. Закрашивайте это. Все, у меня уже новый лысый. Кушай, мой хороший. Да, у нас новенький. Видишь, он меня любит. Все, отлично. Что не так? Ноги отказали. У тебя жопа болит? А, ее нету просто. Что, давайте жопу искать. Детям сюда нельзя. Это про тебя, если что. А, ты типа жопой взламываешь двери? Ну ладно, пошли. А, да? Нужно подложить просто его. Что-нибудь. Что вы думаете, я тупой, что ли? Да как так-то? На, пока не грусти. Сейчас, я быстро найду, чем подпереть дверь. Молотком? Маленький чертенок. Кабелями? Он да, не чертенок, он ангелочек, это тот чертенок.
Что-то типа легендарного золотого подпирателя двери, правильно. Все, врач только посмотрит, не бойся. Видишь, а ты боялся. Да ладно, не больно же было. Ушел? О, нет. Ты что, еще ближе стал? Не иди сюда. Ты зачем туда закрылся? Давайте сожжем картину. Зачем тебе ключ? Может, орешки погрызешь? А, ты будешь лифт чинить? Я тебе доверяю, давай. Стоит там орехи валятся какие-то, болты. Ты пол лифта разобрал, типа починил? Смазать там что-то надо? На. Ёпта, Петрович, на рабочем месте. Офигеть, работник года. Что, закусить тебе? Я-то думал, тебе для ремонта, ты просто насинячил и все. Да. Насвинячил, насинячил. Это не значит разобрать. Подходит, нормально. Я все. Вообще главное, не чтобы... уверен в качестве сборки этого лифта. Почему она не закручена? У хорошего мастера всегда остается пара лишних. О нет, детали. Нет, о нет. Ой, ё-моё, на фотке ты еще уродливей. Да, Валя, я смотрю, ты неплохо устроился здесь. Лучше Петрович, лучше Петрович, самогонный аппарат еще. Ну дальше что, ты меня сюда притащил? А, ну тебе плевать, у тебя грибы вянут. Синий плюс красный дать ребенку. Ну допустим, смешать я смогу, где я вам ребенка возьму? Та-дам! Ну и нафиг ты тут нужен? Тебе что сказали? Ты не должен быть здесь. Даже отдельный мир создали без тебя. Без тебя. Выметывайся отсюда. Мне нравится. На! Все, вози его отсюда. Надеюсь, справитесь там без меня. Что мне нужно делать? Покормить малыша. Вези его сюда. Что ты его скинул? Я понимаю, он никому не нужен. Сейчас я сварю тебе суп из двух цветов. Из тебя. Красный. А, ой, в смысле. На. А ты типа липкий. Так, мне нужен только ключ с тебя, кстати. Все, ты свое дело сделал. Ньют, вези его куда-нибудь в Казахстан. Нет, не там хочет. Он типа тоже не нужен. Я тут видел кое-что интересное. Помойка, мусорка. О, засоска. Как так-то? Черт, это не попытки избавиться от тебя, не злись, если что. Ой, там что-то классное. Хочешь туда? Все, ты пока избавишься от тебя, не злись, если что. Ой, там что-то классное. Подожди. Блин, подожди, там что-то было. Классно. Хочешь туда? Да. Все, ты пока посиди, и я разберусь, как от тебя избавиться. Что вообще делать? Что ты хочешь? Руль? На, езжай. Прикрепить ручку. А куда крепить? Ты знаешь, куда ее? Что ты ревешь? Хочешь? Откисни пока, успокойся. Класс. А, сюда, все, спасибо. У него такой типа... Алло? Что, думаешь, сожжем его просто здесь? Тебя кошка воспитывала, что ли? Здесь какая-то кодовая дверь. Какие-то варианты вообще есть? Ты чё, Амогус распечатал сиськами? А, это свеча. Ты чё? Да двинь ему тоже, смысл, чё он борзеет. А ты можешь не быть утырком? Только кинь. Ладно, мелкий. Он кидает книжку, мы кидаем мелкого. Но все это нормально. Абсолютно уже просто... О! А, вот и свечки подсказки. Первый треугольник, две полоски... Я тебя сейчас уничтожу просто. Здравствуйте, журнал «Лысые гниды». Можно фотку для обложки? Вы просто идеально нам подходите. Можешь не улыбаться, зубов у тебя все равно нет. Что-то ты какой-то негативный. Сейчас посмотрим, как ты вышел. На первый взгляд, конечно, отвратительно. А, что с фото, что и появится в мире. Мне нужен только цветок, поэтому я сфотаю так, чтобы там музыки не было. А то ты оборзел еще и с музыкой сидит. А все, надо было вовремя платить за подписку. Ты че, как тут шипишь на меня? Ньют, разберись. Перцовкой ему в глаза заливай. Красава, батарейки отработал свои. Всякую хесть. И масло тоже. Молодой человек, бар закрыт уже, можете свалить? Ладно, еще одну. А что будете заказывать? А паспорт-то есть, слышишь? Лысый не значит старый, давай показывай. Делаю наш фирменный. Зеленый-красный. Коктейль называется «Сумка». Что это? Ну-ка. Олег Монгол, бля, что это? Слышишь, шины Мишлен. Офигеть, ты жопу отъел. Куда ты хочешь? А, на кнопку, точняк. Так, иди сюда. Ой, какой ты тяжелый, господи. Я не успел. Так, сиди здесь, сейчас я принесу бутылку. Ну, конечно, да. Не все так просто будет. Точно, аэротруба. Слышишь, Хинкаль, только застрянь. Сработало!
Беги, Ньют, беги! Нет. Он... А, ну ради цветочков, не, конечно, я понимаю. Что ты уселся в фонтане, ВДВшник? Она же работает. Пацан, слезь на секундочку, чисто. Давай поиграем в канониров. Найдите цветок реагент. Давай, Ньют, обрабатывай. Эй! Фига, он уже взбесился прям. Лысый довел мультиварку. Ньют, да забей, ты не поймаешь его. Я уже серии 5 с ним бесился. На, делай с ним что хочешь. Жесть, он прям... злобный. Намек понят. Поджигай. Я написал боту в чате GTP, что он не прав. Доволен? Хорош просто. Я тебя обожаю. Давай его, давай, угомони его, эту бедолагу. Но покорение открытого космоса для него, думаю, не проблема. Он вернется сейчас. Набей ему лицо. Ставлю сотку на мультиварку. А мне в таких напряженных условиях еще зелье варить? Да, надо? Еще и еду собирать. Может, еду. Когда-нибудь помиритесь просто? Нет. Не, что-то в них такое есть, знаешь, общее. Ой, ты мой хороший. А ты пошел нахер. Фиолетовый плюс какой-то. Сейчас надо гадать, да? По логике синий. Потому что... Что пристали? Давать желтый желтому, это что-то опасно. Ты что там в планке стоишь? Вспомнил, что жирным был. Может нафиг тебе это пить? Ты тоже, да, так думаешь? И что я сварил? Чили 4 перца? Горит. Хорошо горит. Кем ты только сегодня не был? Сейчас ты лысый уголь, не например. Очень. А, здесь его сочевальня. А ничего, что я без стука? Шо? Здесь открыто было. А, я понял. Ай, больной, ты что ты творишь? Ты в курсе, когда ты бьешь других людей, тебе это нравится? Это ненормально. Вот тебе врач рядом. Скажи ему. Слышишь, доктор, чини пацана. Точно, соска на кухню. Ай, 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 хватит. Вот она, сосать при опасности. Вперед. Нужно заткнуть его рот. Отлично, он открыт. Сосать. Вырубился. А соска с водкой была, что ли? Че он уснул сразу? Выровняйте кольца. Намутили, конечно, здесь. Все, мир спасен. Ну что ж такое-то? Ну ты же спал, сосун, сисек. Что ты сломал? Шар мой, я его чинил. Получите сердечник. Я получаю сердечный приступ, когда с ним нянчусь. Я спустился, можно шар? Могу туда сходить, мне не западло. Что дальше? В пушку его засунешь и стрельнешь? Или отдашь уже? Ух ты, мне узели, спасибо. Ну, елки-палки, беги! А, тебе надо было? Ну, извини, я тупой. Спокойно, нажму для пробуждения. Хватай, хватай. Это здорово, что такой быстрый. А я? А можно меня также ускорить? Нет. Блядь! Подожди, подожди. Слышишь, кидала, ты какого хрена дверь закрываешь? Ньют, слышишь, ведро с гайками, ты что, меня поставить решил? Ньют без сил. Да пойдем, мы еще не победили. Нет. В смысле нет? Ставьте сердечник. А как вот это ставить? Ньют, подсказывай, ты здесь жил всю жизнь. Хочу в стену его впихнуть. Снова этот детдомовец перестал, да что ему надо? У него одеяльце слетел. Хорош, Xiaomi, блин, ты лучший. Держи дверь, активирую дырку. Слишком большой? Я впервые такое слышу. А, вижу мостик. Ну не, креветка, ну не надо. Что произошло? Ньют! Ньют пропал. Рука тритона. Ты что, тритон по факту? Нет, нет, я починю. Я еще и жопу ему оторвал. Нет! Мы тебя починим, слышишь? Любопытство. Мне пофигу. Мне да, плевать мы на этот шар. Я хочу починить Ньюта. Починить Ньюта. Игра про дружбу. Это закрыто. Ньют, сорян. Ладно, давайте вас желток сюда. А вот как-то то, вы быстро от него отвернулись. Это типа сегодня? Я же дурак. Сейчас кошка мне скажет, типа, вот олень, кого притащила в мир. А одного мне мало было. Почему их так... О, привет, доктор. Ну, я дурак. Я не знал! Любопытство было написано. Ну, вы там разберетесь. Да, а мы тут как-нибудь сами. А главное, кошка тактично свалила такая, типа. Сами виноваты. Это что, нас сюда притащила? Не, до свидания. До свидания. О, смотрите, закончилась она прям до свидания. Прошлое видео. Ой, стой, меня же не включен. А почему включен? Всем. Слушайте, ну вот я понимаю. Подожди, что? Включен, выключен, все нормально.
Блин, слушайте, ну вот это я понимаю сюжет, вот это сюжет. Раньше мне казалось, что это просто такой, знаете, ну, лайтовый какой-нибудь там, ну, да, что там какой-нибудь хоррор такой смешнявый. А тут прям реально крутецкий сюжет получается. Кошка реально не права. Кошка реально не права. Ну, реально. Она прям вообще не права. А что мы должны были сделать? На любопытство не идти или что? Или как? Или что от нас хотели? Опять черные виноваты. Ну что, ждем? А если раньше это было просто забавно, то теперь это реально интересно по сюжету, потому что вообще непонятно, что будет. Заметила, что у Гостера уже, которая игра, реально интересная по сюжету. Вот то, что мы искали сестру, то, что сейчас за лысым гоняемся. Но это же, блин, реально не проходняк, какой-то реально интересные какие-то сюжеты. И главное, что мы не спасли Ньюта, да. Мы его не спасли. И вряд ли сможем. Ему прям совсем плохо. Обнимите мультиварку.